Главной темой встречи стала ситуация на дорогах. Отмечено, что вопросам безопасности инспекторы уделяют особое внимание, но аварии со смертельным исходом меньше не становится. Одна из основных причин ДТП – превышение скорости. Большой вопрос у нас остается по-прежнему. Это высокая смертность в результате дорожно-транспортных происшествий. Она одна из самых, к сожалению, высоких в стране. Зашкаливает количество происшествий. И, конечно, к сожалению, и гибнут люди, автолюбители, гоняют с высокой скоростью, не думают о последствиях. И с этим надо тоже что-то делать и разъяснять. И, конечно, когда мы ведем выдачу прав, обучение новых водителей, здесь должна быть очень серьезная подготовка. Правила, нормы, дисциплина, порядок на дорогах должны в полной мере контролировать сотрудники ГИБДД. И я думаю, что это ваша серьезная задача и, может быть, самая важная. Здесь человеческий фактор, мы от него пока никуда не уйдем. И ту пропагандистскую работу, которую мы на сегодняшний день проводим, не только среди юридических лиц, но и среди физических. У нас другого пути нет, как только обустроивать дороги видеофиксации скоростного режима, что и делаем то же самое с помощью вас и администрации края в целом. По всему краю. Спасибо за понимание, что делаем это и на федеральных, на федеральной сети. Кроме этого, губернатор попросил мобилизовать все силы сотрудников ГИБДД, чтобы в летний сезон обеспечить безопасный проезд на берега Черного и Азовского морей. И самое главное – провести техосмотр автобусов, которые будут перевозить отдыхающих, в особенности детей. Отдельно разговор зашел и о ситуации с пробками в Краснодаре. Со своей стороны, власти города и края уже подготовили проекты по расширению улиц и строительству новых мостов и развязок. А задача госавтоинспекторов – помочь, регулируя движение на сложных перекрестках, особенно в часы пик, как это было в Сочи. Александр Ткачев отдельно поблагодарил сотрудников ГИБДД за слаженную и профессиональную работу во время Олимпиады. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.